Итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем проходить Call of Duty World at War. Всем приятного просмотра. У нас Вендетта. Нужна твоя помощь. Делай все, что я говорю. Мы отомстим за эту резню. У меня рука ранена. Я не смогу прицелиться. Ты должен сделать это за меня. Бери винтовку и следи за дорогой. Вон тот мудак в машине, генерал Генри Амсель. Это ему мы обязаны сталинградские пилы. Это он несет ответственность за хладнокровное убийство мужчин, женщин и детей. И не только здесь, а по всей территории нашей Родины. Вот уже 3 дня я на него охочусь. Вот уже 3 дня он жив только благодаря своей невероятной удаче. Снайперский огонь по противнику сродни охоте на любого другого зверя. Нажмешь курок в неподходящий момент и навсегда упустишь свой шанс. Терпение. Если люди Амселя поймут, где мы, этот фонтан станет нашей могилой. Так, заряжай винтовку, но огонь пока не открывай. Подожди, пока бомбардировщики не окажутся прямо над нами. Их шум заглушит звук выстрела. Готов? Сюда. Черт. Вооруженный поток нужно найти другой способ подобраться к Арсену. Да блин, где? Не высовывайся. Сюда, пока они не увидели труп. Несколько дней я прячусь в тени, как крыса. Когда-то здесь любили собираться друзья. Здесь встречались возлюбленные. Когда-то, давным-давно. Попомни мое слово, товарищ. Когда-нибудь все изменится. Бои будут вестись на их земле. Страдать будет их народ. Литься будет их кровь. Сюда. Знание повадок твоей жертвы повышает шансы на удачную охоту. Генерал Амсель не изменяет своим привычкам. Каждый день он проверяет все немецкие гарнизоны. Он проезжает мимо этого здания. Снайпер! Внутрь, живо! Свой, чуть меня не задел. Мы не сможем продолжать, пока не избавимся от него. Следуй за мной!
Выстрел был с того берега. Вон там, в здании со знаменами. Поиграем в горке. Я заставлю его выстрелить еще. Прошу внимания, выстрел будет смешно. Готов? Давай. Вот он, я его увидел. Третий этаж, справа. Я его еще раз отвлеку. Приготовься его убрать. Видел его? Он точно знает, где мы. Больше я рисковать не могу. Теперь его поисками займешься ты. Держись в тени. Если он выстрелит, беги. Вот он, я его вижу. Да что такое-то? Второй этаж, справа! Так, блин. Давай это... Дыши нормально. Отличная охота! Патрульные наверняка слышали выстрелы. Надо спешить. Вообще я мог бы... его сразу же убрать, просто... надо было задерживать дыхание для крана. Немецкий патруль. Пусть пройдут. Они нас заметили. Уходим, живо. Ложись. А я такой думал, а как я не вижу? Они пытаются нас вытянуть. Держись ближе к полу. Задержи дыхание. Окружают здание. Мы должны торопиться. Быстрее, наверх. Быстрее, пока мы тут не сгорели за. Позволь пожать тебе руку. Ты нужен мне живым. Нужно найти выход. Броневик снаружи. Бежим, пока нас не убили. Прыгай, пошел. Mit dem Flammenwerfer verbrennt diese Russenschweine. Дмитрий, мы думали, ты погиб в бою на площади. На площади он был, но он не погиб. Мы собираемся штурмовать связной пост к северу отсюда. Хорошо, так мы помешаем фрицам вызвать подкрепление. Мы с Дмитрием обеспечим прикрытие сверху. Сигналом будут крики подыхающих немцев. Дим, сюда, по лестнице. Блин, спасибо этим ребятам, серьезно. Сюда, товарищи. Займите позиции и ожидайте сигнала. Не стрелять, видишь огнеметы? Нужно выбрать правильный момент. Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Ха-ха! Отлично стреляешь, Дмитрий! Прикроем наших товарищей внизу! Еще один отнимем! Взорви его! Они уже здесь! Грязная тварь! У нас! Пулеметчик на втором этаже! Немецкие подкрепления на балконе слева. Блин,
Человек так кошкарю стреляет. Не стрелять! Видишь огнеметы? Нужно выбрать правильный момент. Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Ха-ха! Отлично стреляешь, Бишек! Прикроем наших товарищей внизу! Прекрасно! Еще один огнемет! Взорви его! Сейчас же! Опасно! У нас ранили! Пулеметчик на втором этаже! Продолжать огонь! Ты не на той стороне! Пулемет! Немецкие подкрепления на балконе слева! Это просто! Граната! Они отступают! Вперед! Ура! Наши друзья поднимаются! Нам нужно сделать то же самое! На лестницу! Быстрее! Что там? По нам ведут... Пехота! Огонь по ним! Конечно, видел гранату. Я не достаточно быстро пошел. Зале! Пехота! Огонь по ним! Они не сдаются! Ха-ха! Понял. А резонок меня будет прикрывать? Нет вообще. Стоит тут, понимаете ли. Пехота! Огонь по ним! Граната! Не прекращай огонь! Прикрывай наших друзей!
В укрытие! Хорошо! Продолжаем. Разберись с пулеметом! Где стоишь, там и сдохнешь! Транспортер, разберись с пулеметом! Здание. Поосторожней с огнем!
они захватили связной пост. Амсель попытается сбежать. Живее! Отрежем ему путь к отступлению. За мной! Я знаю отличную снайперскую позицию с видом на командный пост. Не стрелять! Мы слишком близко к нашей цели, чтобы выдавать свою позицию. Мы ничего не сможем сделать для наших товарищей. Их жертвы будут отмщены. Смерть генерала Ансели. Смотри прямо. Здание, украшенное флагами, это немецкий командный пост. Скоро появится генерал Амсел. Стрельба привлечет его внимание. Расстрели башку его телохранителю! Где он? Этот мудак прячется за подбитым танком! Амсель уходит! Дима, а ты меткий стрелок! Нас будут искать! Надо уходить! Живее! Пока снова не стали подбитым танком! Сдохните, мерзкие твари! Сдохните! Давай воду, Дима! Это наш последний шанс! Пошел! Не понял. Рынок что, погиб, что ли? Восходим немцев 10 к 1. Волна за волной. Наша пехота идет на укрепление, защищая путь бронетехники. Как только мы захватим Зиеловские высоты, путь на Берлин будет открыт. И тогда мы кровью взыщем долг за всех погибших. Stinken Sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor Sie nochmal angreifen. Töten wir Sie, genau wie diese dreckigen Schweine. Was gefunden? Nur billigen Plunder, der Sie wohl an Ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Russisches Schwein, du hättest lieber tot bleiben sollen. Was ist das? Прикончи этих крыс! Ты снова обвел смерть вокруг пальца! Наши танки готовы прорвать этот рубеж и сокрушить Берлин! Чернов, я не слышу выстрел! Нет необходимости, сержант! Они истекают кровью, им не выжить. В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончин? Поджечь их! Они не уйдут! Прицел вообще нет пощады, я... Стрелять им в спину? В спину! Живот! В голову! Куда хотите! Только прикончим! Видишь, как все изменилось, приятель? Теперь это их территория, их народ и их кровь. Бей их! Бей, как поганых крыс! Оттесняй их!
Я доверяю твоей. Левый или направо? Выбирай. Я их вижу! Снарядом мне прям. Фашистские войска! Только не оттуда, я его отмываю. Куча союзников позади меня, да? Они меня не покрывают. Немецкий пулеметчик. Кидайте бутылки, пусть они сгорят на месте. Они идут! Немецкая собака! Ты стоишь прям перед ними и прям на них бежишь. Не знаю. Прямо внизу немецкий пулеметчик. Кидайте бутылки, пусть они сгорят на месте. Эх,
пулемету сбоку, пока он нас всех не порешит. Шеи станут и погибнут. Я вообще не понял, подожди. Почему тебя не делают? Какого хрена я... Ничего!
заниматься бело-танковым снарядом. Вот и... Я смотрю, меткость у тебя до сих пор. Ты мог бы многому у него научиться, Черно. Ломай дверь! Трусы попрятались по углам, но мы их найдем! Черт, еще один танк! Дмитрий, разберись с ним! Сержант Резнов, вам, похоже, нравится их убивать. Я видел, как мои друзья умирают передо мной от руки этого паразита. Эти сволочи и не такое заслужили. Тим, поедешь в одном из танков. Тебе нужно отдохнуть. Это заслужил. Черно, а ты нет, пойдешь пешком.
грузовик! Дмитрий, взорви его, пока они не заняли позицию! Гранаты не видел. Увидел только сейчас. Неважно, где они умрут. Загоним их! А им товарищам в Сталинграде пощады не было. Пощады не будет. Око за око! Минометы сейчас раздолбают наши танки! Нам надо зачистить эти... Давайте на этом, ребята, закончим. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока.